В молдавской столице откроется филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. Он будет работать в одном из учебных заведений Кишинева. О том, как возникла эта инициатива и как ее собираются реализовать, нашему телеканалу рассказал председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. Эта инициатива возникла в прошлом году, и причем эта инициатива исходила непосредственно от губернатора Санкт-Петербурга, который ее озвучил на одной из конференций. Как предложение он внес рассказать о подвиге блокадного Ленинграда за пределами Российской Федерации. Эту инициативу обсуждали и с президентом республики, и с генеральным примаром. И в ходе визита в Санкт-Петербург, в ходе празднования 76-й годовщины снятия блокады, мы в рамках делегации побывали как раз в музее обороны города, где провели встречу с директором музея, озвучили эту инициативу. И со своей стороны генеральный примар обещал оказать всю возможную поддержку в этом вопросе. Это планируется на базе одного из учебных заведений Кишинева. Постоянная выставка в учебном заведении.